Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня релизный день нашей игры под названием Fun of Guns. Да! Всем приветик, ребята, Кент пока на проводе, и сегодня релиз замечательной игрушки под названием Fun of Guns. Ребята, кто рад, прямо сейчас, в эту же секунду, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а также, ребята, вступите в группу этой игры. Ссылка есть в описании. Хоть это и бета-версия, но, ребята, тут уже есть 6 полноценных режимов. Давайте же посмотрим, что это за режимы. Командный бой, зомби-выживание, маньяк, захват точек с бомбой и оружейная гонка. И каждый из этих режимов очень крут по-своему. А также хочу отметить то, что, ребята, в этой игре вы никогда не забудете, на какой карте вы играете, потому что у каждой карты есть своя иконка. И это очень-очень удобно. Ребята, карты тут очень большие, просторные, крутые, все очень детализировано, мне лично все очень сильно нравится, потому что вы только взгляните, какая тут классная опупенная графика, ребят, какая тут анимация. Вот вдумайтесь, вот вы видели где-то такое, чтобы в Блокстрайке вот так вот двигался этот кран или что это такое? Ну блин, это классно, вот за это, ребята, надо поставить лайк. Также большой плюс этой игры то, что, ребята, каждый из вас, вот именно ты, можешь принять участие в создании этой игры. Прямо сейчас поставь видео на паузу, а также напиши, чего не хватает в этой игре, какие баги ты нашел или что необходимо исправить, переделать или, возможно, вовсе удалить. Так что ставь видео на паузу и прямо сейчас напиши, что надо добавить, изменить, ну и так далее. А я это все передам разработчику. Ну, конечно, ну не все сообщения, но самые годные я, ребята, передам. Так что дерзайте. Ну а также ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и вступайте в группу, ссылка в описании. Ну и конечно вы мне скажете, мол, Кент АПК, где халява, я ее обожаю. Ребята, конечно, это не проблема, халява будет у каждого. Все, что вам необходимо, ребята, по ссылочке в описании скачать игру и просто играть. Потому что, ребята, 3 дня после релиза этой игры каждый из вас будет получать по 3000 монет, а также халявное оружие. Какое оружие, я вам, ребята, не скажу, так что быстрее качайте, ссылка в описании. И, конечно, ребята, тут есть кастомизация персонажей. Давайте я прямо сейчас вам ее покажу. Мы нажимаем персонаж, и, ребята, можем поменять наш скин. Например, я могу поменять на вот этого штриха. Ой-ой-ой, какой он стрёмный, ребята, это прям как Кент АПК, когда не спал всю ночь и делал годный контент. Ой-ой-ой, ну вот это более-менее. Ну, давайте его я и выберу. Также, ребята, мы можем выбрать лицо нашему персонажу. Ой-ой-ой, вот Эткин-то пока интеллигент. Или вот так вот. Ой-ой-ой, вот это бандит, ребят. Мамкин бандит, да? Выбираю. Дальше, голову. Ну, на голову, ребята, у вашего кента пока что ничего нет. Но все это можно купить где? Где? Не слышу. Конечно же, в магазине. Также давайте рассмотрим магазин, где, ребята, можно купить оружие, кейсы или кастомизацию для вашего персонажа. Но вы только взгляните, ребят, можно купить М-ку, АВП, АУХ, Дигл, Скар, Сейв Ит Офф, Негив, ребят, вообще можно купить все-все-все. Но я вам по большому секрету скажу, что самое крутое оружие это, ребята, АК. И прямо сейчас ваш Кент АПК его, конечно же, купит. Ну что, ребята... АК, надеюсь, ты меня не подведешь. Но это лично мое мнение, может быть оно и не самое крутое, но, ребят, по моим наблюдениям и вам по секрету, АК-47 самое крутое оружие. Это секрет. И да-да-да, кейсы, ребята, я не прошел стороной, потому что прямо сейчас я их открою. Открываю вначале самый дешевый кейс, и мне выпадает, ребята, держим кулачки. Ну, неплохо, ребят, очень даже неплохо. Мне выпадает очень крутой аух. Блин, ребят, это круто. Дальше, серебряный кейс. Открываем. И мне выпадает лишь бы ножик. Ну, чё-то, ребята, чё-то как-то так себе. С дешевого кейса мне выпали предметы получше. Чё-то я немножко недоволен. Прямо сейчас я открою самый дорогой кейс за 7000. Ну что же, поехали. Фух. Давайте, поехали.
Нож-бабушка, тычки. Ну, блин, и мне выпадает UMP. Не, я не спорю. В принципе, ребята, выпала красная редкость. Это редкое, то есть это хорошее оружие. Но я, ребята, хотел что-то получше. Вот если между нами хотелось что-то получше. Ну, ладно, ребята, открою в следующий раз. И вам всем интересно, какие же тут есть ножи? Ребята, не проблема, сейчас вам все покажу. Это самый обычный нож, это, ребята, керамбитик, это, ребята, нож-бабушка, это, ребята, фальшон, это у нас тычки, блин, вот какие они классные, блин, я обожаю тычки, я хочу себе тычки. И охотничий нож, ну, тоже неплохо. И, ребята, небольшая пасхалочка в виде курочки. Это прям имба оружие, ребят, прям имба, я вам вот прям как своим братанам говорю, ребят, это имба оружие, поэтому против женщин его не используйте, а то мало ли, ну, понимаете, да? Также давайте немножко разберемся с главным меню. Тут, ребята, есть вкладочка «Друзья», то есть мы можем нажать на нашего друга, посмотреть, где он играет, посмотреть его статистику, посмотреть его достижения и, ребята, тому подобное. Если ваш друг в сети, то тут, короче, будет гореть, если не ошибаюсь, синим цветом вот этот вот кружочек. Также вашего друга можно, ребята, позвать в игру. Вот это, конечно, ТикТок Нубас. Ребят, давайте хэштег ТикТок Нуб. Или ТикТок. О, ТикТок Нуб. Именно через П. И, ребята, в принципе, на этом все. Пожалуйста, кому не сложно, поставьте лайк. Пожалуйста, ребята, подпишитесь на мой канал. И самое-самое главное, в описании снизу есть ссылочка на игру. Ребята, перешли, скачали и начинайте играть вместе с нами. С вами был ваш Кент ПК, всего вам доброго и всем, ребята, пока. Пока-пока.